послання до Рождества Христового митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего Эрцарха усей Белоруссии, архипастором, пастором, диаконом, монахом и усим верным детям Белорусской Православной Церкви. Царство Твое, Христе Божие, царство усих веков, и володарство Твое во всяким роде и роде. Ты уцелешнился от Духа Святого и от вечно Девы Марии учловечился. Светло нам запалило, Христе Божие, Твое пришествие. Светло от светла, отцовское взяние, усе створение озарил Ты, усе, что дыхая, хвалит себе. В образ славы Айца Исны, из предвеку Исны, який зазяв от Девы помилу нас. Стихира на вечерня Рождества Христового. Узлюбленные у Господи, преосвященные архипастыри, почестные просвитыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие браты и сестры, сердечно веншую вас с великим святоспасительным святом Рождества Христового и молитовно ожидаю усим нам, усыновленным Господом и сябром Христовым, духовной радости у изъяснений сегодняшнего свята веры. Знову часть во всех наших храмах радостные словы. Христос нарожается, славьте! Христос с небесов сустракается. Надышел той день, когда мы знову чуем словы злаченного хору ангельских сил и роду человечества, який уславляя того, чья любовь до своего створения бескрайняя, безмежная. Слава у Вышнего Богу и на земле мир, у людях добрая воля. На нашу землю пожадал свести сам Господь. Творец, преподобнившийся до створения, принявший природу человечию, зазнавши зневагу и смерть на крыжи, у воскреснувши из мертвых, принес человечему роду спасение от улады греху и дьявола. Христос даровал кожному человеку, який поверил у Его и рушил за ним махчимость преображения павшей человечей природы, каб отление узвести до нетления, от смерти до неумирущести, от земли на небо, как каждый, кто веру Его, не загинул, а не имел житье вечное. Благодатная, светлая и тихая радость наполняя наши сердца у эту колядную ночь, потому что сам Бог явил себе у плоти, как знищить зло, грех и смерть. Прознарождение по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии, прозяе уцелеснение человек, який приходит в свет, отримливая бесценный дар, Божью любовь и могчимость просветление светлом истины. Спаситель звертается до всех, кто любит Его, с такими словами: «Я с вами во все дни до скончания веку». От этого часу знаний Бог, мы бачим Его прочистый образ, что не будет Его смыслово, записанное у святым Евангелием. У посланних Его учнів, апостолов, звернутые до свету и до Божьего человека, Сын Божий, Господь Иисус Христос, про своих апостолов дал нам
найвеликший дар святую церкву. Менавіта яна закликана керовать справой нашего спасения. У ёй мы удельничаем у церковных таинствах, у здесненней бескровной ахвяры, и спожываем тело и кровь Христова. У смутку и спокусах Христос Спаситель умацовывая нас, освящая благодатью Своею устю нашу сутность, очищая от усиляков бруду, супокоивая и дая житё. Господь чекая кожного из нас, «Вось стою я дверей и стукаю, и коли кто почує голос мой и отчинит двери, то я увойду до его и буду вечерять с ним». Господь стукает у наше сердце любым узростью, любым местом, серед любого народа. Стукает своей благодатью, звертающейся до нас проникненными словами, тихо, лагодно и с любовью. Сын, дай мне свое сердце. Господу ничего от нас не потребно. Он шукает только нашей любови в отказ. Нарожающийся на земле, Христос Спаситель готовый народиться у сердца каждого, кто створит у своем сердце место, в котором нема зла и греху, в котором пануется правдная христианская любовь, заховуючи верность Спасителю и заснованной им церкви, выполняющий Христовы заповеди, человек завсёды находится с Богом. Бо коли мы будем нестомно очищать сердце, клопочущееся про одиное потребное, намагания наши не застанутся марными. Господь усё ведая. Потым познаете все, что вы мои учни, коли любовь будете иметь помимо собой. На протягу 2000 лет люди, повторяющи подвиг добродейных мудрецов, имкнутся принести народженному у Вифлеема Бога дитяти свои заповедные приношения. А какие дары мы можем принести сегодня до яслю не умолять Христа? У нас своего ничего нема. Мы все, что маем, да Божий. Але нашими дарами ему могут стать плоды нашей любови до Бога, плоды духу, любовь, радость, мир, долготерпливость, добрость, милосердность, вера, лагодность, устриманность. Бо коли мы живем духом, то поводле духа и учинки робить повинны. Не будем гонориться собою, один одного раздражнять, один одному заиздростить. Спаситель чекает от нас действенной любови до наших ближних, служения им. Носите тяжары один одного, и это выполняйте закон Христов. Покрывайте усе любовью, терпением вашим, сдобудьте души ваши. Будьте уважными одно до одного, заохвочивающий до любови и добрых справ. Ставьтесь до новокольных людей с любовью и лагодностью, у мирным духу, как справами мы могли свечить об духовной силе и пригожости православия, как бы светле Христовым и шли прад вызначенным звыш житцовым шляхом, усхваляючи Господа и Спасителя нашего, и дякуючи Ему. Наследующий любови Спасителю, молитесь за тех, что кривдит нас и гонит нас, клопотящийся про добро не только православных, а ведь и всего народа, батьковщины нашей и церкви Христовой, будем имкнуться робить добрые справы, якие перетворят нас и будут стоять змене до лепшего новокольного свету. Здобывши Божью любовь и знаходящуюся у святой православной церкви, заховуючи и единство, мы робимся одним телом Христовым, якое не сможем в этом свете перемогчи ниякое зло
и беззаконие. Во светло у темры светить, и светло истина життя темра огорнуть не можа. Пресвященный архипастырь, шановные отцы, почестные иноки и иноки, дорогие браты и сестры, обливаючи в эту святую ночь светоспасительные свята Рождества Христового, хочу молитовно пожелать каждому из вас здоровья душевного и телесного, миру у ваших семьях. Новолетие, якое надошло, нехай будет для всех народов батьковщины нашей годом благословенного миру и створальной працы. Божие благословение нехай будет у всеми вами на всех шляхах вашего життя. Павел, митрополит Минский Заславский, патриарший экзарх усяе Беларуси. Рождество Христово 2018-2019 год, город Минск. Спаси Господи. И вас так само.